Полицейский приглашает тарасских выпускников на учебу в юридический институт. Департаментом полиции Жамбылской области совместно с управлением воспитательной и кадровой работы и представителями Актюбинского юридического института МВД РК имени Букембаева в рамках профориентационной работы проведено мероприятие с участием учеников 11 классов города Тараза. Цель – защита прав ребенка, проведение борьбы с негативными явлениями среди подростков, таких как буллинг, киберзапугивание, насилие, информирование о вреде наркотиков и профориентация. Также в ходе встречи участникам доведена важная информация, необходимая абитуриентам при выборе специальности и во время поступления в высшее учебное заведение. Учащиеся задавали интересующие их вопросы и получили подробные ответы. Им розданы буклеты с правилами приема на обучение в Актюбинский юридический институт МВД Республики Казахстан имени Букембаева. Продемонстрирован видеоролик.